Приветствую, с вами Аполлинария, и сегодня я покажу вам отдых на мысе Меганом, на пляже мыс Меганом. Здесь все так изменилось, даже подъезжая сюда, я не верила своим глазам, потому что 2 года назад здесь все выглядело иначе. А теперь... Мыс Меганом прямо по курсу, а мы с вами едем по мысу Алчак. Вот она, Академия творческих индустрий Таврида Арт. Как тут все в районе Тавриды Арт изменилось. Даже дороги тут отличные. Здесь, получается, и центральную часть проложили, а с этой стороны для велодорожки, ну, сделали здесь велодорожки и для пешеходов зону. Остановки с крышей поставили. Тут же просто пустыня. Ничего не было. Вот это они настроили, ну дают, такими темпами быстрыми. Дома как будто бы корабли, похожие на князя Багратион, который тут стоит. Тут мини-маркеты, парковки, гостевые дома. Как же все изменилось за 2 года, что я тут не была. Вот и Меганом там виднеется. У меня там многие в комментариях писали возмущенно, вот зачем вот это все застраивают на Меганоме. Ну, во-первых, сам Меганом мыс, это заповедник, его не трогают. А я считаю, а почему вот эти неосвоенные земли не использовать? Это ж не то, что в Ялте там что-то начать сносить, чтобы построить новое. Здесь никто ничего не строил. Бери, пользуйся. Парковки не хватает, уже вдоль дороги машины стоят, много туристов, в основном не местные номера, я смотрю. Ух, красота какая, горы, горы, Судака, Нового Света. Вот разметка для велосипедистов, а также для пешеходов, чтобы соблюдали рядность. Там глэмпинги вижу, парковка для мотиков. Зоны отдыха со скамейками. Слушайте, откуда же вообще идут эти велодорожки? Да? Тут начинается и где-то там, неизвестно где, заканчивается, наверное, у мыса Алчака, возможно, и до самого Судака. Озеленение, кипарисы или туи, сосны, вот бы все это прижилось. Пальмы большие. Там у нас устричный пляж. Сеть устричных, вкус нашего моря. И очередь оцените. А здесь у нас пляж Меганом. Ого, какое популярное место. Столько людей под Меганомом. Мы с сабордом. Пляж с теневыми навесами, бунгало, раздевалками, кафе есть. Аренда шезлонга 1 час 100 рублей, 4 часа 350, на день 500 рублей. Бунгало час 500, день 3000 рублей. Ну, не дешево, я вам скажу. Цены еще выше, чем в Судаке получается. Ну, например, на бунгало. Там 2000 на день. Спуски хорошие сделали. Здесь песок. Ну что, без комментариев, насколько популярный пляж. Смотрите. Бунгало тоже все арендованы, все. Просто все. Люди сидят в воде, значит, водичка у нас что надо. Здесь песок уже стал крупным. Это как мелкие-мелкие камушки. На дне острые предметы, купание запрещено. Кого это останавливало? Тут у нас спасательная вышка. Кто-то обмазался голубой глиной. Какие вы красивые!
А вы грязи здесь где-то взяли или с собой принесли? А где? Там это самое, в горе прям. А, да? А далеко идти? Нет, вот прям за этим кирпичом, почти на самом выходе. А, спасибо, сейчас посмотрим. Вот, там какие-то целебные грязи, хотя, может быть, действует эффект плацебо, и люди думают, раз они в Крыму, значит, грязи целебные. Правильно, потому что у нас уже само по себе пребывание в Крыму, оно целебно и полезно. Вот здесь такая интересная порода, я вам когда-то снимала. Правда, это был сентябрь, и здесь никого не было. Похоже на спрессованный песок с краплениями камушков. Действительно, песок. Просто за миллионы лет он как-то спрессовался. Фантастические ландшафты Меганома. Все, мы прямо на этом пляже остановимся, на диком. А, там дальше еще продолжение. Тоже как-то на машинах подъезжают. Так что места хватает всем. А если идти по кромке вдоль берега, на сам мыс Меганом можно подняться. Если кому не сильно жарко, прям обязательно к посещению. Мелкие камушки массажные. Сколько же тут народу. Вроде бы место такое дикое. Но нет, Меганом всегда любили. Ой, вдали вижу Новый Свет, Царский пляж, гора Сокол, мыс Алчак. Сейчас, кстати, покажу вам, что на пляже мыса Алчак. Гротик такой интересный. Я видела, там люди переодеваются, но, возможно, они там еще что-то делают. Ого, бревно такое прибило. Да, тут представляю, какие шторма, которые ломали, отгрызали вот эти глыбы от берега. Кстати, подписывайтесь в мой телеграм-канал, если хотите общаться лично. Мы там прям в режиме реального времени в чате общаемся каждый день с моими зрителями, обсуждаем какие-то насущные вопросы. Присоединяйтесь, у нас там очень тепленькая компания. Ссылка под роликом и в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Ой, тут такие красивые мелкие камушки с вкраплением белого. Прям как мой педикюр. Так комфортно заходить в воду под пологий. Так, а я собираюсь пробраться на другой пляж, только не знаю, как это делать тут по скалам. Опа. Ой, по вот этим камушкам надо проскакать. Там подальше просто почище вода и пляж. Только нужно выбраться. Выбраться отсюда. Надо намазаться только кремом. Ну все, сабборд раз-два и готов к использованию. Сейчас с вами поплывем в самое интересное место. Ну что, мои позитивчики, вы готовы к суперпутешествию? Ну что, теперь моя очередь плыть на сапе. Сначала проверим с вами водичку. О, она очень классная, такая освежающая. Просто супер. А нырять не буду. Потом вам покажу подводный мир. А сейчас отправляемся под Меганом. Не знаю, докуда с вами дойдем, но будет очень классно, я уверена. Ну что, давайте исследовать мыс Меганом. Главное, в Турцию не уплыть, к нудистам не уплыть. И не напороться на рифы.
удобно на плаву вам все показывать. Все пляжи. На этом пляже, ближе к Меганому, заставлено шезлонгами. Есть теневые навесы. Ну и тоже много людей с палатками. Вот, аж до самой горы машины стоят. Все, развернулась. Я долго уже гребу к этому Меганому. Какие тут виды открываются. Такая объемная картинка. Я там даже вижу очертания, наверное, вплоть до горы Медведь. Потом вон новый свет. Гора Сокол, Кушкая, мыс Алчак. Вся Ковсельская долина. Вот он, весь пляж Меганом. И вот сам мыс, куда я плыву, собственно говоря. А здесь уже нужно быть осторожной. Я вижу под водой подводные рифы. Они скрыты под водой, но я их вижу. Какая красота открывается. А, мои позитивчики, смотрите. Какой шикарный Крым. Какие, конечно, здесь красоты у нас. Необычные. Вода тут у скал чистейшая, класс. Конечно, гораздо лучше, чем там у берега. Ну-ка, а подводный мир? А, у меня сейчас окошко набралось воды, и поэтому не могу вам показать подводный мир, но мне с камерой неудобно будет выливать. Но там все дно видно. Туда я уже не поплыву, долго гребла. Теперь мне главное как-то отплыть от подводных рифов. Люди то и дело двигаются по узенькой тропинке на Меганом. Ну, далековато, конечно, по жаре идти. Так, а я сейчас гребу стоя, знаете, назад вообще не приходится преодолевать течение, поэтому одно удовольствие. Кстати, я так все и не проверила, реально ли оно не тонет. Да, не тонет. Тут вот в ручке какой-то пеной заполнено, чтобы вот оно до 40 минут держалось на плаву. Вы могли найти, если вдруг утеряли. Потому что сап-то к ноге привязан. Ныряем. Сырные скалы настоящие на Меганоме. Слушайте, на этом пляже просто безудержное веселье, можно и понырять. Вода теплейшая, чистая. Ну, не идеально, конечно, прозрачная, но тем не менее, здесь никаких техногенных нет вещей, которые впадают в воду. Все развлекаются как могут. Thank you.
Плыву на другой пляж показать вам обстановку. Смотрю, спасатель почему-то в спас-жилете. Может, он плавать не умеет, как вы думаете? Слушайте, тут вечером творится нечто. Народу битком. Все, все уже... Нет, еще подтягиваются. Я думала, уже все пришли, но нет. Раз, два, три кафе. Так что тут есть что перекусить. Девчонки на каяке гребут. По-моему, кто в лес, кто по дрова. Ну, удачи. Хорошо, что сейчас к вечеру течение прекратилось. Вот столько людей вечером. Сами видите. Все. А, группу на банан набирают. Куда же без него? Вот такая красота. Ставьте обязательно лайк, если вы любите здешние места. Они, конечно, фантастические. Подписывайтесь на мой канал и будем путешествовать по Крыму и не только вместе.